Всем привет! На обзоре ноутбук от компании Lenovo ThinkBook 15 G4 на базе процессора Core i5 1235U, SSD 256 гигабайт, оперативка 8 гигабайт. Вот, имеется дискретная графика MX550 от NVIDIA, дисплей 15,6 дюйма Full HD. Вот, и батарея 45 Вт-час. Так, сейчас проведу его осмотр его параметров через диспетчер устройств, через GPU-Z. Так, значит, процессор 12-го поколения Core i5. 8-поточный, да? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. А, нет, 12. 12-поточный получается. А ну, Ctrl-Shift-Escape. Так. Вот. У нас тут, да, 12-10 ядер, логических процессоров 12. Память 7,7 доступно показывает. Но в данном случае я десятку пока накатил, но тут можно и 11 поставить. Вот 1,3 ГГц. Так, тут есть графика как встройка Intel, так и дискретка от NVIDIA. Вот тут можно посмотреть. Сейчас она нам Intel-овскую покажет. Ну да, Intel-овскую показала графику DDR4. Так, ну, вот, наверное, не очень видно. Вот так вот как-то надо сделать. Побольше чем. Да, больше сильно не стало. Вот так вот как-то. Буду читать. Значит, что там, частоты в простое 300 МГц, буст до 1200 МГц. Так. Что тут еще можно сказать? Да, в общем, в принципе, все есть в интернете. Характеристики сделаем. Тест Superposition. Так, оно по умолчанию 1080p средние настройки. Доступно пишет 2 гигабайта видеопамяти. Будет использовано 1300 мегабайт. Так, поехали. Все дрова уже установлены. Вот тут в кнопке должен быть сканер отпечатка пальцев. Сбоку присутствуют порты HDMI, 2 Type-C, комбинированный аудио, USB, с этой стороны тоже USB обычный, и кардридер для SD-карточки. Также есть порт для подключения этой сети. По проводу. Зарядка у нас идет Type-C. Вот SSD, как я уже читал ранее, 256 гигабайт, из них доступно 238 гигабайт. Вот, насколько я понимаю, скорее всего M2. Здесь SSD от Micron. Вот изначально из коробки это шел без операционной системы. Вот это я уже установил тут десятку. Она очень быстро обновилась. Поскачивала все, что ей нужно, патчи, обновления.
до версии 22H2. Корпус алюминиевый, такой вот, приятный на ощупь, холодный, вот и крышка тоже алюминий, достаточно тонкий. Получается, где-то толщины он столько это, ну, может меньше 2 сантиметров, где-то так, или 2 сантиметра, такая вот толщина вместе с экраном. Так вот сейчас минимальный FPS 25,7 показывает, текущий, ну это средняя 35, максимальная 50. 17 сцен прошло. Так, ну вот это вот такой результат средний. Вот тут тоже, значит, минимальная FPS около 26, средняя около 35, максимальная 50. GPU температура минимально 44, максимально 73. Значит, GPU использовалась вот эта MX550, 2 гигабайта. Вот, на чипе Turing, как я понимаю, это TU-117M. Так. Ну что, сделаем еще что-нибудь потяжелее, это было среднее, сделаем 1080p high. Тут уже немножко перебор по памяти у нас получается. Сейчас посмотрим, как это отразится. В общем, допустить в любом случае.
Так, ну вот прошло 17 сцен теста. Минимальная FPS около 17, средняя около 23,5, максимальная 32. Значит, температура тут GPU от 48 до 72. Загружалась на 99%. Вот. Такой вот тест. GPU Superposition. Можно еще вот тут рендер тест запустить, правда он тут, наверное, сейчас на интеловскую графику будет делать упор. Так, что у нас тут? Пишет GPU температура 50 градусов, но это тут после теста предыдущего поднагрелось. GPU Clock вот почему-то 9,8 МГц показывает, Memory Clock около 1600. Загружено на 7%. Интересно, значит он получается рендерит сейчас не на стройке, а на NVIDIA. Потому что тут выбрать вот так вот. Ну да, он на NVIDIA-ской графике рендерит. Значит, GPU температура 66 градусов сейчас. Частота GPU 1800 МГц, памяти 1467 МГц. Hotspot 75,5 градусов. GPU загружена 95%. Насколько я понял, в более легких таких задачах он работает на встройке, в более тяжелых подключается уже дискретка. Шестьдесят семь и градусов GPU. Так, ну можно же характеристики глянуть, да? Тьюринг 117, 12 нанометров, декабре 21 года. Так, что тут? GDDR6 память, 2 гигабайта. Шина, конечно, плохенькая, 64 бит. Выпускная способность 94 гигабайта в секунду. Так. Поддерживает X16 3.0, работает сейчас на X4 3.0. Так, GeForce MX550. Дискретная графика. Вообще, ладно. Не будем дальше мучить. Вот такой вот ноутбук. Достаточно прикольный, шустрый, так как на SSD. Кнопочка, кстати, подсвечивается, вот это вот кольцо. Так, сейчас его. Достаточно тугие такие. Это разъемы USB. Так, ну зарядку можно откинуть. Я его закрою. Немножко визуальный осмотр проведем. Вот так вот он выглядит. Вот его толщина. Вот они порты с этого. С этой стороны. Вот порты с этой стороны. Вот такой вот ноутбук компании Lenovo.
Сейчас включу. Вот он включается. Ну, тут буквально очень быстро. Вот сейчас он. Хоп, и все. Вот он включился уже. Так. Ножку подкину. Хотя можно не подкидывать, наверное. Ага, вот это уже работает. При начальной установке Windows ничего не работало. Было куча всяких неизвестных устройств. Ни тачпад, ни вообще ничего. Даже ни Wi-Fi, ни интернет не работало. Пришлось качать отдельно на флешку все, что нужно. И устанавливать. Вот после этого все заработало. Можно вот так на экономию, ну или вот так. Пишет, осталось 2 часа 52 минуты. Надо еще батарею немножко покачать, прозарядить, зарядить. Чтобы она свою емкость набрала. Написано вроде как, что трехэлементная батарея, 3 cell. Вот она несъемная. Вот такой ноутбук.